Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Samsung Galaxy Tab S8 включить таймер камеры. Для начала открываем камеру. И здесь видим сбоку панельку. И третья кнопочка сверху, это у нас есть таймер. Можем поставить ее на 2, на 5 или же на 10 секунд. Давайте поставим на 2 и попробуем сделать фотку. И как видите, таймер сработал идеально. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.